профессор, давайте сразу договоримся. Вы, как научный руководитель, получаете все доказательства правильности вашей теории и конструкции Вселенной. А я, как продюсер, имею в результате уникальный по составу лот для хельсинкского аукциона метеоритов. Ну что, по рукам? Через тернии к звездам! Чуешь, какие дела затеваются? Под землю идем! Не пугайтесь. Я подполковник Гагарин. Авиакатастрофа, в которой я якобы погиб, была инсценирована Хрущевым. А я, помимо своей воли, стал участником медико-биологического эксперимента по увеличению продолжительности жизни. Коренной перелом в развитии колобка произошел тогда, когда руками обезьяноидов были построены первые манипуляторы-имитаторы рук, управляемые цифиумом. Топора моего не видел. Гаврон, ты что? Угомонись! Жупов! Меня застукали, бегите! Принять надо, я мента убил. Едем. Ключ на старт. Таким образом, уважаемые коллеги, история всемирной космонавтики зашла в тупик из-за нашего с вами в корне неверного представления о конструкции Вселенной, которая на самом деле представляет из себя не что иное, как твердую субстанцию. Белье берите! Белье берите! Еще чего? Говно железное.